В Тверской области завершается уборочная кампания. На сегодня убрано почти 95 тысяч гектаров или 93,6% от плана. В частности, завершена уборка озимых. Яровые, зерновые и зернобобовые убраны на 99,3% от плана. Картофель собран почти на 90% от плана, а средняя урожайность на треть превышает показатели прошлого года. Овощи убраны с площади 1600 гектаров. Хозяйство продолжает уборку кукурузы на силосы. В данный момент план выполнен уже почти наполовину, 46% от плана. Урожайность этой культуры также значительно превышает прошлогодние показатели и составляет 323,5 центнера с гектара. Обеспечение сельскохозяйственных животных грубыми и сочными кормами является залогом успешного прохождения зимне-стойлового периода. В этом году хозяйства региона увеличили объемы заготовки. Травы скошены на площади 105 с лишним тысяч гектаров, что превышает план на 102,3%.